такие мастодонты катаются тут. Ну, что я хочу сказать. Вот уже второй железнодорожный переезд. Тут ямы такие специфические, короче. Запах смолы, запах хвойного дерева. Это вот Комсомольский леспромхоз. Вон туда, видите, сколько леса. Благо собак хоть нет. Вон стоят вагоны, все распилено под погрузку. И в Китай или хер куда. Там могут и на барже грузить. Можете найти на карте. Здесь, что удивительно, даже автобусы ходят. Сейчас навстречу попался автобус. Я думал, тут ничего не движется. Тут вот остановка автобусная сейчас. 15-й. Он, правда, пустой, никого на нем не было, но тем не менее. Там вот какая-то труба. Почему-то объект написано КНПЗ, хотя это явно не КНПЗ. Вон. Ну, ее видно хорошо, она такой ориентир. А я сейчас поеду дальше прямо. И здесь озеро Хорпы находится. Вот видно, состав там стоит. Сейчас вон с этими. С кругляком еще пока что. Ну, тут частично обрабатывают, частично, наверное, так гонят кругляк. Потому что видно же, вагоны явно привозят сюда лесовозы. Вот эта вот дорога, она лесовозная. Она идет в сопки, короче, километров за 250. То есть. И потом вот видно, он накопитель. Его опиливают. Вон, смотрите. Какая отборная древесина, то есть это, ну, далеко очень. Уничтожают вокруг наших нерестовых рек, короче, лес подчистую. Уже забираются на высоту выше 1000 метров, 800-700 уже уничтожено все. То есть уничтожают на корню, короче. А мы потом страдаем от жары, от сухарей, от всей фигни. Надеюсь, я так логично рассказал. Да, вот от таких дорог. Это при этом сколько вывезено леса. Да, смотрите, какая угребищная дорога просто. Даже переезд там сделан. Ну, даже переезд могли оборудовать. У них бабок, чтобы тут не материли их водил. Не, ни хрена. Все, как говорится, вот так вот. Дальше там асфальт хуже будет. Дальше пойдет, видимо, грунтовка. Поэтому вот надо мне остудить, наверное, будет аппарат. Ну, посмотрим. Что-то вот рычит. Сейчас проедет, что-то рычащее. Посмотрю я, как преодолевают этот переезд с ямами. А это вот автобус. Во, классно он в кадр. Вот видите, совхоз. Совхоз Рассвет, короче. Это он ходит под земгом. То есть еще до совхоза я могу двигаться в ту сторону. Вот сейчас, кстати, посмотрю, куда он поедет. В принципе, мне так, за автобусом. Любопытно. Не спеша, так тых-тых-тых. Ладно, буду его догонять, наверное. Вот конечный автобус. Остановка совхоз. И дальше я сейчас пойду вот так вот по этой дороге. Ну, не знаю, почему-то все свернули вот в эту сторону. Надо сейчас карту уточнить, может, туда есть выезд какой-то. Тут еще, короче, в ту сторону к Амуру есть подъезд. Ну, можно съездить через совхоз. Можно. Ну, собаки не нравятся мне. То есть поедешь, собаки, а озеро вот здесь вот. Поэтому лучше мне ехать по пустырю, не спеша. Тут остатки асфальта вроде как. Остатки, короче, какой-то развитой цивилизации. Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Да, это асфальт, короче. Это не все так печально. Это тот, вот видно, вон такие они. Видите, как все заброшено, короче. Ну, едем пока. Более-менее охладился. Тут попрохладнее, кстати, от речки так. Местами вообще хорошо тянет холодным воздухом. Поэтому рулю я дальше, короче. В ту сторону самолеты не летают сегодня. Вот уже остались, где дома, вон. Девятиэтажка там, вот видна. Где гаишка стояла, штрафовала жителей. Едем, короче. 13 часов 3 минуты. Вот я доехал до ординара. Вот эта палка, уж не знаю, что она собой символизирует, но по сути похоже. Ординар, да, вот 6 метров, 5, 4. Ну, не факт, конечно. Тут надписи всякие, что проезд посторонним запрещен. Где-то вот там на повороте. Вот я снимал перед теми кустами озера. А вот я сейчас уже на самой дамбе, на озере. Вот и она его разделяет. Тут трубы есть переливные, нет, непонятно. Короче, может даже и нет. Что тогда дважды удивительно. Не очень свежий запах, какая-то тухляк несет. Ну, поэтому и птицы нормальной нету. То есть, какое-то оно, вот в отличие от озер, где я ездил по дамбе, там живые озера, тут какой-то такой привкус мертвяка. Много очень стоянок, мусора. То есть, люди тут активно срут. Активно, как говорится, проводят время и активно, в общем, уничтожают, ну, такую идиллию, что ли. Идиллию этого бытия. Я не знаю, хоть вторую серию снимай. Есть шанс, что там вот сопочка выглянет. Сейчас попробую еще фоток поделать.
Обещали сегодня дождь на целый день. Ну, видите, синоптики, они такие вот. Ночной тропический ливень, видимо, все перекрыл. Ночью полчаса был просто тропический ливень. Я его снимать уже не стал. Ну, было что-то фееричное в 2 или в 3, а в 4 ночи, в 4. Просто отметил так, что погода удивляет. Второй тропический ливень за неделю. Ну, буквально 3 дня назад был такой же. Ночной, дневной был послабее, который я снимал. Ну все, сейчас самокат будет остужать, хотя тут почему-то не очень, из-за того, может, что крошка черная, не очень холодный воздух, там был холоднее, но тем не менее, никаких деревьев в тени не видно. Ну и вот сейчас пилить буду по этой дамбе, не знаю, пока не увижу что-нибудь интересное. А вязовод, черти где находится, вон он. Вообще. А мой район, так его вообще не видно. Даже трубы ТЭЦ где-то там на горизонте они просто вот. Я как бы не увеличивал, их не увидите, ТЭЦ-2. То есть, ну, феноменально, конечно. Забрался я. По счетчику что-то получилось. Сейчас скажу, сколько. 268 я. Или 298 я стартовал. Ну, 30 километров-то точно я проехал. Сейчас. Ой, засунул куда-то ключи. Мало чаек, мало. И рыба не плюхается. То есть, казалось бы, вот, все равно что-то должно происходить. Нет, какое-то такое вот, какое-то неживое какое-то все. Так. Что ж такое? Куда-то все пропало, не могу нащупать. Придется это стереть. Поиски ключей, зажигания. 13:23. Вот в мою сторону едет какой-то грузовичок или машина, или джип. По дамбе не вижу. Чего его сбрело сюда ехать, не знаю. Ну, а озеро состоит из кусков вот таких старец, видите, разделены, хотя там вот явно незатапливаемый участок, где березы не заливало никаким. Смотрите, цапли какие здоровые. Вот. Вот с воплями летит она. И вот старицы какие-то поживее. А вот здесь утки, кстати, вот. Вот они, сколько их тут. Вон они все пасутся. Что-то размытие идет. Утки, утята, вон их сидит. Кормится. Ну понятно, значит, там их чайки выгоняют. Во какая! Блин, это может даже аист. Нет, журавль. Сейчас глянем, в бок пойдет. Может, цапля, конечно, а может, журавль, что-то крупнее явно. Вот как я к ним подкрался, да. Эх, нет телеобъектива. Таких кадров можно наделать. И ворона. Ворона сидит вон на ветке, наблюдает, сторожит. Чоб у кого спереть. Ворон, точнее. Все, улетели на ту сторону, короче, крупные птицы. Ну ладно, а протока, она течет как бы все равно с той стороны. Ну, тут грунтовое течение есть, это все пересохшие протоки. Раньше были, просто их разделили. Вот, видите, уже совхоз ближе. Дачи я уже не вижу, закрыта сопка. Вот распадок, я говорю, где река. НПЗ вон совсем рядом. Сейчас наведу. Ладно, еду дальше, вот у меня машина скоро нагонит. Если она не остановилась, а она остановилась вроде. О. Небо голубое просто. Но там вот дождь идет, там явно надвигается с той стороны. Хотя ветер сюда дует. Мне в лицо. Но не сильный. Футуристичный автобан. А вот, кстати, догоняет меня, похоже, грузовичок, который ехал по насыпи. И уже вон там он нефтезавод, и выход вправо будет поворот. И выход в город. Ну, вдоль завода придется ехать. Вот тут китайские друзья делают. Сейчас он меня обгонит, блин. Я его хочу пропустить просто. Ой. И все, там дорога на даче. Там еще вдоль молокозавода собаки будут. Но это я в прошлом году катался с экшн-камерой. Кто смотрел вечерние съемки. А тут вот роща, здесь бегают медведи. Все, что угодно может бегать. Потому что, ну, собаки есть и прочее, прочее. Уже как бы. Хотя, конечно, там дача еще, железка, но тем не менее. Ну что, он обгоняет меня, нет?
ехал я за ним. Парадин, парабам, парабум. Видите, что творится? Вот, вот, столб. Нормально, да? Вот. Что говорить про другое все? Это пьяная дорога. Вот. Поэтому я еду вот сейчас по обочине. Ну и нафиг, даже в попутном направлении с такими вот пересекаться гражданами, блин, которые вообще... Вот я поэтому удивляюсь, почему ГАИ где-то там на периферии, когда вот поле непаханное прям, собирать штрафы и реально безопасно сделать движение и столбы сохранять.